Группа энтузиастов-врачей собралась вместе и создала институт, который обеспечивает самые высокие стандарты здравоохранения для лечения бесценной жизни каждого человека. Посмотрим более 43 гектаров. Сравнимый с медицинской комплексной системой мирового класса, институт физически интегрирует соответствующие департаменты, чтобы принести пользу пациентам с несколькими проблемами органов. Более того, каждый этаж похож на суперспециализированный госпиталь, где принимаются все меры для создания излучающей тепло больницы, начиная от хозяина до уважаемых пациентов, дружественных врачей и успокаивающей цветовой палитры красочного сада специй. Когда вы войдете в Меданту, первое, что вы видите – это графическое выражение этой философии в виде всеми любимого дерева жизни. Оно отражает истинный смысл подлинного отношения врача и пациента и основные моменты философии Har Ek Jan Anmol, то есть жизнь каждого бесценна. Мы создали Меданта с целью обеспечения самого высокого стандарта обслуживания по всем специальностям и супердоступной цене. Это было одной из наших главных миссий. Эта философия живет и дышит каждый момент, проявляясь в улыбке пациента и неустанной приверженности к ней врачей. Меданта является примером сосуществования ведической философии, обслуживания и сострадания в сочетании с новейшими глобальными технологиями, инфраструктурой и медицинской практикой. В голове с командой врачей и выдающихся ученых, обеспечивающих доступное здравоохранение, продолжая расширять границы медицинского исследования, образования и инноваций. Мы понимаем, что каждая жизнь дорогоценна. Мы Меданта, и мы посвящены жизни. Лучшие врачи используют новейшие технологии в теплой и заботливой среде, делать то, в чем они превосходят, в спасении жизни в их специализированных институтах. Институт кардиологии возглавляет самый известный врач Индии в области кардиохирургии доктор Нареш Триган. Полностью преданная своему делу группа, осуществившая 50 тысяч операций на сердце, имеет более 950 лет накопленного опыта. Институт специализируется в обеспечении всеобъемлющего кардинального здравоохранения. Эксперты, медсестры заботятся за вашим сердцем настолько хорошо, что вы научитесь доверять своему сердцу снова. Неврологи, хирурги, нейрохирургии и нейрорадиологии используют новейшие технологии, такие как МРТ, высокоточную хирургию для лечения опухолей головного мозга, заболевания позвоночника, инсультов и эпилепсии. Наряду с этим эксперты аюрведической современной медицины неустанно работают в Меданте, чтобы найти новые способы лечения пациентов естественным путем и с минимальной возможной травмой. Аюрведические процедуры, которые используются для дополнения современной медицины, показали отличные результаты. Институт ортопедической хирургии дает новый смысл жизни без боли, ставит вас на ноги с помощью терапии хирургии. Это открывает возможности для каждого сустава тела. Институт почек и урологии демонстрирует профессиональную гармонию между урологией и нефрологией и приводит к весьма успешным операциям по пересадке почек. Следует признать высокое качество диализа очистки воды, минимально инвазивной роботизированной хирургии с использованием робота Vinci SI. Также в Меданте трудятся одни из лучших врачей в Индии по трансплантации органов, начиная от почек, печени до сердца. Мы прилагаем усилия, чтобы стать местом для всех видов трансплантации органов. Институт рака, который включает медицинское онкологическое отделение и отдел радиационной онкологии, имеет самое современное оборудование излучения в Индии, включая VMAT, SBRT,
от интегрированного отдела терапии Электа. Эти отделы являются воплощением всеобъемлющего и целостного лечения, начиная от химо до излучения, до хирургии. И они получают эмоциональную поддержку и заботу, где блок детской химиотерапии является прекрасным примером. Отдел пищеварительной и гепатобилиарной науки включает в себя хирургию GI, бариатрическую хирургию GI. Он имеет самую передовую эндоскопию и радиологию, содействующую процедурам GI, печени и желчно-панкреатического расстройства. Отделение эндокринологии и диабета верит в философию прав и возможностей пациентов, и это все об эффективном управлении лечения хроническими заболеваниями. Меданта делает акцент на исследование генетики, иммунологии, вирусологии и стволовых клеток. Он играет важную роль в революции и способности служить. Институт интенсивной терапии и анестезиологии имеет более 300 коек интенсивной терапии с изоляцией и напорным фильтром положительного и отрицательного потока, что позволило Меданте ограничить внутрибольничное инфицирование до самого и самых низких уровней в мире. Меданта объединяет выдающихся врачей, каждый из которых является ведущим в своей области, чтобы действительно осуществлять комплексную медицинскую помощь своим пациентам. Центр профилактики заболеваний и оздоровления предлагает проактивную заботу и использует программы индивидуальной диагностики, чтобы каждый человек смог восстановить и поддержать оптимальное здоровье на протяжении многих лет. Уникальная атмосфера действительно выражает любовь, заботу и высокий уровень удобства от каждой стены до каждого врача, от каждой машины до каждого окна, от каждой улыбки до каждого лечения. От мелких деталей до макрофилософии Меданта действительно сочетает в себе науку с эмоциями, с ценностями технологии и страсть с ресурсами для предоставления одного из лучших учреждений всеобъемлющего здравоохранения на этой стороне планеты.